Друзья мои, всем привет! Очередное видео про натяжные потолки. Здесь, в этой комнате, мы уже сделали монтаж натяжного потолка. Он у нас такой белоснежный. И здесь у нас полотно белый мат. Вот. Ну и светильник, как вы помните, у нас будут вот такие вот круглые, диаметром 28 сантиметров и мощность 24 ватта. И сегодня вот их мы будем монтировать на потолок. Но есть такая вот небольшая проблема, как определить точное расположение данного светильника. Ну, я сделал проще, я отцентровал полосу по комнате, взял метр от этой стены, метр от той стены, ну и, короче, разделил так на равные отрезки. И получилось у нас тут три точных светильника. А теперь нам нужно сделать так, чтобы вот эти вот точные светильники находились на одной линии на потолке. Для этого... Здесь вот на полу я вот нарисовал крестики. Этот крестик означает то, что вот в этом месте на потолке должен находиться вот этот самый светильник. Теперь я буду устанавливать лазерный уровень и перекрестие буду переносить на потолок. А для этого мне нужен специальный шаблон, который я как-то выставлял у себя в статусе, для того, чтобы вы определили, для чего нужны мне вот эти веревочки на платформе для этого светильника. Сейчас я вам продемонстрирую, как это все работает. Так, друзья, сейчас будем производить монтаж светильников на потолок. Как вы помните, вот это вот самое перекрестие, которое я сделал из ниточек, нам нужно для того, чтобы определить центр светильника. И потом по этому контуру я прорисую схематический рисунок, по которому нам нужно будет вклеить вот это вот термокольцо. Оно нужно для того, чтобы наш потолочек не разошелся, когда будем монтировать светильник на потолок. Итак, устанавливаем лазер на перекрестие. И на потолке рисуем то, что мы хотим получить. Вот такой вот кружочек у нас здесь получился. Проверяем термокольцо. И вклеиваем его точно по карандашу. Для этого используем суперклей. И теперь аккуратненько вклеиваем на место. Такая же процедура с оставшимися двумя светильниками. Вот, как-то так. Сейчас кольцо у нас застынет, клей высохнет, и мы вырежем вот эту часть полотна. Слышно? Это вот так звучит барабан. Клей засох. Теперь подрезаем лишнее. Выравниваем платформу. Здесь я уже заранее закрепил блок питания, который нам нужен для того, чтобы работал светильник без проблем. Ну и соединяем его со светильником. И теперь аккуратненько размещаем светильник на своем месте. Примерно вот так. Это будет выглядеть. Все. Вот таким вот образом мы установили светильник 24 ватта на потолок. Ну и теперь мы должны проверить, как он будет в работе. Включаем. Так, в общем, я продолжаю монтаж светильников на натяжном потолке. Ну а вы дальше смотрите,
Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, ну и смотрите другие видео. Ну и можете что-нибудь там написать в комментариях под этим видео. И обязательно читайте описание. И, кстати, да, кто хочет вот такую вот футболочку, кому надо, кому интересно, пишите. Всем добра!